mattina. Mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Shadow. Ciao, 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 ma se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire.
море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, зеленым скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя? Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя. Еще сильней люблю. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда.
Планин просто. In your devil's game.
Ну, I'm so sorry. Жалко. Вы знаете, можно я кое-что еще можно. Скажу? Сейчас. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Знакомых уведу, уведу на радость и беду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Тебя
призвание. Песня, оставшая судьбу. Забвенья раннего. Знал Орфей, преданный. Господа, леди и джентльмены, вы все правильно поняли. Мы вернулись в эфире Первого канала. Главный вокальный проект страны – «Голос». На сцене все победители предыдущих сезонов. Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева и Романах Фотий. Спасибо за настоящий пример для тех, кто только начинает свой путь. Солнце взойдет.
взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышишь. Солнце Понятно, что поет большой профессионал. Наташ, ну конечно, ну все поняли, что это ты. Было здорово, здорово. Тем не менее, представиться надо, потому что...
Ах, хорошо, рок-н-ролл какой. Да? Я, например, не повернулся, проси ради бога. Ну, я не знаю, как, что тебе еще... Давайте представимся, ну, Лев Ильич, подождите. Как я буду с тобой заниматься? Даже зрителям нужно представиться, что рок-н-роллом. Давайте ну представимся. Откуда? Наталья Нурмухамедова родилась в Ташкенте, живет в Москве. Посещает Крым и все остальные места. Мне 67 лет, к сожалению. На мой взгляд... При всем огромном уважении, с голосом великолепный, джаз и все это отлично. Не но все-таки, ну хоть куплетик со словами, не только мы спиной, но и люди тоже наверняка хотели послушать. Потому что... Ты бари да ди да ди 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 Это я обожаю сам, потому что это мечта любого композитора. Да. Да. Ты сел, запутаешься. А потом... Они нам завидуют. Но самое сложное написать на это слова, понимаете, на все, на эту абракадабру. Потому что, во-первых, вложить слова в точное твое трату курлабату дыбада подупас очень тяжело, понимаете? Леня, а я слышал, между прочим, как ты сам с Кетом пел. Да. Конечно, да. И это я обожаю делать больше всего. Вообще, это самое любимое занятие. Но чтобы понять, кто этот человек... Надо было по-русски спеть, да? Надо было русскую песню. По-русски, по-английски, по-угодно, каковски. Если я сейчас спою, вы повернетесь или что? А мы уже повернулись. А улица на мираж похожая. Ой, уже понятно. Еще, еще. Деревья шумят своими кронами, а этим двоим не нужны прохожие. Потому что они влюбленные. И па-да-да-да-да-да. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Пошла я, да? Спасибо. Молодчинка. Молодчинка. Поедит такой. Как голос звучит невероятно вообще. Да, да, супер вообще. А главное, посмотрите, никакой обиды вообще, такой позитив. А смотри, Ташкент сколько дал нам великолепных исполнителей. Да, а? Да, да. 67 лет, а я, честно говоря, я не знаю ни одной певицы, которая сохранила вот такую форму. Может, в Ташкенте надо родиться для этого? Ладно, жалко, жалко, да, конечно. Ну все, ученики, я не это сама. Я обожаю нас. Да, и я все еще трусь здесь. Обожаю нашу программу. Столько талантов она раскрутила, столько же пыталась закопать, да, собственно говоря. Да, это не ваш случай, вы должны сидеть в кресле. Спасибо вам большое, да, что мы еще раз соприкоснулись, бортами прошли, коснувшись вашего таланта. Это было ярко, красиво и не зря, мне кажется. Ладно, поехали дальше. Спасибо, давайте, возвращайтесь. Счастливо.